Включаю электрический чайник и посмотрим, за какое время он закипит. 2 литра воды. Вот он начал шуметь. Вот и посмотрим, за какое время он мне согреет воду. Так хочется чай попить. Но я чай не пью вообще-то. Я пью сладкую воду. Заварку не кладу, кофе давно не пью. Вот он как кипит. Смотрим. Начинает пузырики со дна подниматься. Вода сильно холодная, чайник аж потек. Но все равно видно. Все равно видно, как пузырики поднимаются. Вода там крутится. Пузырики поднимаются. Вот посмотрим, за какое время закипит. Почти 2 литра воды. Когда будет щелчок, значит чай, вода вскипела. Будем ждать, когда кнопка сработает.
Вот время, когда закипел чайник. Кнопка выключилась. Я заканчиваю свой видик. Буду наливать себе чай.